Вот что бы сказали своему сыну, если бы он, ну, еще до окончания школы взял и женился? Балбес. Балбес, правильно. Вот это мне отец сказал, когда я тоже женился в школе. Ну, мы-то тогда наивные были. Мы же думали, что если первый поцелуй в парадном, то второй уже в ЗАГСе. Это уж потом я понял, что первое и единственное – это две совершенно разные женщины. Теперь хотелось бы, чтобы сынок ошибку мою не повторил, чтобы он не путал зов сердца с зовом других органов. Хотя сегодня найти таких наивных, как мы раньше были, невозможно, потому что сегодня что? Каждый вечер показывают по телевизору, куда, чего, как. Если не увидел вечером, утром повтор. Я забеспокоился тут недавно, спрашиваю сынка, все-таки уже в 11 классе, говорю: сынок, у тебя девушка есть? Он говорит: а нафига, говорит, мне компьютер больше нравится. Понимаешь, я заволновался. Стал ему завтраки спид-инфо заворачивать. И везде по квартире разложу специально, как ловушки. Думаю, пусть развернул, а там по полной программе. И вдруг чувствую, ему все пофигу. И у меня прямо, знаешь, вот такая мысль жуткая. Думаю, а может, сынок у меня совсем наоборот. Купил на всякий случай фильм. Ну, фильм такой, как бы, иностранный, японско-китайский, голубые на желтом. Врубил, сам сижу, знаешь, вот, дыхание затаил, не могу, смотрю, а моему все фиолетово, что голубые, что желтые. Ну, я просто, знаешь, вот, расстроенный такой, вышел, и вдруг случайно взял книжку в руки, и там написано, как с этой проблемой во Франции короли справлялись. Если Людовик молодой подрастал, Людовик батя договаривался с фрейлиной, и та сверхурочно давала молодому Людовику уроки средневекового секса. Ты смеешься, оттуда и пошло на вот это вот, тоже вот наставники молодежи. Это же оттуда, из Франции пошло. Ну и когда молодой Людовик уже был грамотный, ему подыскивали какую-нибудь принцессу, и все, и вперед. Мужик уже в порядке. Но я подумал, на улице искать сынку-то неудобно. Пошел на работу, думаю, все-таки свои все. Стал искать фрейлину на работе. Ну, Ленка-секретарша сразу отвалилась. Почему? У нее в обед сам шеф уроки берет. Ну, Светка... Бухгалтерша наша пока спиной стояла, ну, как будто ничего. Лицом повернулась, думаю, это ж каким нелюдовиком надо быть, чтоб сыну такую кикимору подсунуть. И тут входит наша переводчица, Роза Львовна. Высокая красотка такая, вся причесанная, все при ней, понимаешь, на шпильках. Ну, хорошенькая, хотя мы недавно ей там 50 лет отметили, но по полной программе. Я и так, мол, и так. Во Франции, говорю, короли, все. Если можно, побудьте фрейлиной немного, говорю. Пока сынок там азы немножко это наберется, вы же опытный человек. Она говорит: не могу я, какая же из меня фрейлина в 50 лет. Я говорю: да что вы там, фрейлины-то были разные. Вы-то самое-самое, я вас очень прошу. Ну, короче говоря, уговорил ее. Она говорит: ну, начнем с английского. Спрашиваю сына через месяц: ну как? Он говорит: нормально. Уже запас слов большой. Я ей говорю: Роза Львовна, как сынок? Она говорит: запущенный, конечно, но будем работать. $100 с вас, потому что на косметику много уходит. Ну, прошло несколько месяцев, сынок мой стал журналы читать, кино смотрит, с девушками заигрывает, прищики сами прошли, без всякой мази, ну, возрастные. Вот, но я хотел поблагодарить эту свою фрейлину Роза Львовну. Пришел на работу с цветами, бутылку взял, думаю, посидим по-стариковски. Говорю: а где Роза Львовна? А мне секретарша говорит: а вы что, не знаете? Она в декрет ушла. Тут у меня чуть инфаркт не случился.
Прибежал домой, говорю: сынок, что ж ты мне такой сюрприз приготовил? Он говорит: пап, ну все-таки не чужие, вы же вместе с ней работаете, все-таки своя. Я неделю говорить не мог, а потом подумал, ну может быть и ничего, все-таки за обучение платить уже не надо. Вот. А через 5 лет молодая мамаша на пенсию уйдет, и может быть все срастется. А потом сидел и думаю, эх, господи, если на роду написано в 18 лет влипнуть, влипнешь обязательно.